Давайте. Улетели, ребята, смотрите. Прощайте, вы были плохими людьми. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Дардран, Серега. Бизорона, это я говорю, пацаны, никнеймы, которые у вас написаны в Роблоксе. Сегодня у нас очень классная игрушка Роблокс. Будем играть в режим стихийные бедствия. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Здорово, привет. А я лопну. Если опять кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем режим стихийные бедствия. Короче, пацаны, я залез на какое-то чертово колесо. И надеюсь, это будет очень прикольно. Так, смотри, смотри, я уже... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, я сейчас сижу. Кстати, надо мной еще есть защита. Серега, ты живой? Да, пока что да. Не, ну это, кстати, очень странно, ты уже должен был умереть. Ты какой поедете? Очень скоро умру. Да? Нет, все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это меня телепает. Так, ну я живой. Прощай. А еще прощай, все же живые. Я еще живой. Серега, ты должен был умереть, эй, быстро умирай. Бабушки, тебе не умру я просто так, я буду жить вечно. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, тогда я точно выживу, а Серега нет. Буквально, знаешь, я бы еще чуть-чуть, и я бы умер. Но я живой до сих пор. Блин, Серега, скажи, чтобы режим этот кончался, потому что я сейчас умру, у меня жизни кончаются. У меня уже меньше половины. Есть, я выжил, есть. Я выжил. Есть, Серега. Наполовину. Кто выжил, тот молодец. Вот видите, кто какие выжил, тот холодец. Да, эскиши. А я сейчас, Серега, останусь на карте. Есть баг, когда ты сидишь на каком-то предмете, начинается карта, то я останусь здесь, а вы туда телепортнетесь. Смотрите. Видишь? Серега, ты где? А ты где? Я на карте остался был. Ребят, давайте на ракету запустим сейчас. О, только подождите, пацаны. О, кстати, меня тыпыхнуло к вам. Подождите, не запускайте ракету. Давайте все вместе сядем. Ребята, ну что, сейчас мы будем лететь на ракете настоящей, которую можно увидеть только в Роблоксе. Посмотри назад, я сейчас тебя съем. Нельзя меня есть, нельзя. Половина моего лица тебя съест, у него зубы. О, ну что, пацаны, вы готовы? Меня подождите. Давай, Серега. Все, я залез. Давай. Ого, жесть. А че, вы очканули, что ли? Вот это громкая игра. А что случилось? Не летит ракета. Слушай, летит. Я умер. Нет. Да ладно. Дима, прощай. Блин, так и не начался этот стихийный бедствий. Я на ракету сел. Блин. Серега, ты специально так сделал. А чё её не отсоединили? Отсоедините. Сейчас. Быстрее, там кнопку. О, давайте будем смотреть, как они будут проигрывать. Я нажал. Это цунами? Цунами нет, будет? Да, флеш-флут, это будет вода подниматься. Да, вода поднимается. Нажимай. О, всё. О, вы молодцы. Только вы, Серега, проиграете все вместе. Почему? А потому что она упадет сейчас. Нет, а, я сдох. Разбились, видишь? А я живи. Это, знаешь, неудачная попытка запустить да. Crew of Dragons SpaceX. Ребята, смотрите этот, как здание рушится. Серега, ты видишь? А, ты еще не добежал, да, наверное? Я тут. Смотри, как здание сейчас будет падать. Смотри. Прикол. Смотри. А там еще наверху люди есть, видишь, двое прыгают, трое. Смотри, все падает. Ой, ё-моё. Она на соплях держится, Дим. Есть. Мы проиграли, есть. Хорошо. Угадываем тогда, какое будет стихийное бедствие. Давайте. Кто что думает? Хочешь лайфхак? Метеоритный дождь. Будет кислотный дождь. Будет, будет снежная буря. Все вовнутрь. Дима, иди сюда, иди за мной. Направо сейчас иди. Я на всякий случай на самый верх заберусь. Если там что-то такое серьезное будет, вниз или в центр сбегу. О, прикольно, кстати. Смотрите, я теперь заключен. А раньше это было? Да. А как теперь выйти? Сейчас я тебя открою. Мне кажется, опять наводнение. О, я угадал, кислотный дождь, ребята. Дима, опять ты за свое, а? Кислятины поливаешь. Все, я понял, боком надо. Так, быстрее, все за мной, мы сейчас все погибнем.
лучше в самый низ идти. Да, 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 Серега, видишь, в этот раз ты уже умеешь угадывать, что надо делать. Это жесткий дождь. Как вы думаете, прожгет столько этажей и достанет до меня или нет? Мы будем стоять под лестничной площадкой, потому что, мне кажется, здесь все-таки больше шанс выжить. Еще дополнительная стена какая-то. Это потолок идет, а ну то ладно. Кстати, стенки тоже кислотой обливаются. Да-да-да, и нельзя касаться их. Ой, я слеп. Доходит, что ли? Ребята, дошло. Да, так мы сейчас проиграем. Легко дошло сильно, представляете? О, вот так можно стоять. Вот так вот. Выпустите меня из тюрьмы. Эй, ты чё гантелю прикатил? Серега, как ты думаешь, ты выживешь? Не знаю, я тут сижу в тюрьме. Ой, во меня попадает. Всё, на первый этаж. Прожгло. Я Серегу спасу. Откройте камеру, ироды, волки. Боком, Серега, пробуй боком. Стоишь боком и через прутики проходишь. Давай, 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 ты можешь. Давай, Серега. Минус. Да? Да, я на этом верхнем этаже, в чем прикол. Серега, выживай. Че, Серега, ты выжил. Не, Серега проиграл. А, не, ладно, выжил. Я форму, кстати, получил. Кстати, да, я теперь тоже деловой. А я себе хп восстановил. На башенку налить. Давай, 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 давай. О, я тоже, Серега. Он не работает. Работает, работает. Уже сделали. О. Смотри, сели. Да. Я, Серега, рядом с тобой. Ладно, Серега, оно не работает, он правильно сказал. Сейчас. Или нет, я не знаю. Так, ну, ребята, угадываем стихийное бедствие. Я думаю, что будет цунами. А будет метеоритный дождь. Землетрясение. Метеоритный дождь. О, я думаю, что да, землетрясение, да, наверное, будет. Дима, зря вы лезете наверх. А может, огонь будет, представляете? Я метеоритный дождь, да как ты угадал? Ванга. 2 года в Роблоксе. А, ты экстрасенс. Да. Так, смотрите, смотрите, как лупаши там все везде. А. Ого. Серега, выживешь? Да. Вот смотри, видишь, что делается? Серега, а тебе нравится мой Наруто? Да. Есть, Серега. Я выжил. Втроем выжили. Ну, молодцы, ребята, потому что это было как-то очень изично, согласны? Серега, видишь, сколько у меня выживаний? Офигеть, ёлкарный попадим. А у тебя? 400 с чем-то. У Сереги 6 выживаний. У меня 400 с чем-то было. О, снова ракеты или что? Да, да, да. Ну что, давайте теперь вот это... Так, сразу идет туча, значит будет песчаная буря? Не песчаная, а снежная. А как ты угадываешь? Ну, типа, если вдалеке там такое прям белое-белое, то, скорее всего, песчаное. Если такое коричневое, то будет, ну, песчаное будет. Если коричневое, а белое, если снежное. И типа, что, нам надо прятаться в домике или что? Да, кстати, зря мы поднимались. А зачем вы ракету? Будет... Зачем вы? А, ладно. Ну, запускай ракету, пофиг. Давайте, пока, братаны. Давайте. Алибидерчи. Улетели, ребята, смотрите. Прощайте, вы были плохими людьми. Кислотный дождь. Кислотный дождь. Аллилуйя, кислотный дождь. А я еще не умер. Кислятин, хей-хей. Я еще куда-то... Все хорошо, что я под башенкой встал. А я еще куда-то лечу. А куда летишь? Не знаю, в космосе. А у тебя сейчас окислится ракета. Кстати, смотрите, да кисло аж сюда уже. Же кислая морда это. Кислые полы. Кислая мина. Ну че, давайте. Погибайте, а я останусь один живой. Буду тут стоять. Фиг тебе, Дим, я тоже. На Серегу потолок упал. Смотрите, смотрите, смотрите. На! А у меня все нормально еще, я еще лечу куда-то. Че, пацаны, придавило кого-то, не? Серегу. Не, вот, нет, это вас придавило. Серега живой. Лучше на дрожащее плите не ходить, может, ты откинуть далеко и умираешь. Серега, у тебя же потолок. Отлично, отлично. Смотри, сколько выживших, Дим. Да потому что легкое выживание, надо такое... Знаешь, что надо за выживание? Допустим, не знаю, землетрясение или этот смерч. О, или цунами. Или цунами. О, цунами, точно. То, что меня может убить, это только цунами. Школа, школа, давай школу. О, что за домик? Плохой домик, там даже мебели нету. Ой, нет. Короче,
О, опять, смотрите, тучи идут. Да что ж, что будет сейчас? А ну давай, опять белое. Наводнение. Сейчас будет молния. Мне кажется, о, наводнение. Молнии, давайте молнии, точно. А я в трубу тебя подсадить? Вот тут. Так, стоим здесь, если что, я успею вылезти, это очень легко будет. Ну чё, я думаю, что будет опять сейчас этот арктический дождь, кислотный. Арктический. Наводнение! Все наверх! А я на самом верху, я на самом верху, на трубе Дим. Нет, я сюда не буду. А так она не убьется. Ну нафиг. Серега, я тоже наверху. А я на трубе стою. А как ты залез туда? На челика забрался. А я вообще в трубе. Я был прав, что наводнение будет. Эй, я умру сейчас! Меня кинули в яму и теперь издеваются надо мной. Я умру сейчас, да? Дима, наверху будьте немножко, на самой последней вот этой крыше, да. Вот, который в трубе, да. Умирайте, кто был на трубе, умрут. Это будет классно, если я сейчас останусь жив. А я остану. Я умер. Все умерли. Блин, представляете? Все-таки наводнение никого не пожалело, а все сдохли. Даже не обидно, когда все умирают. Ребята, если понравилась эта серия и этот режим, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, в ТикТоке и в Инстаграме. Ну а всем отличного настроения и посмотри мои ролики еще.